Кстати, можно было какую-то ручку поставить. Какую-то ручку можно было поставить, но что-то я вообще забыл про это. О, еще одна СВДХ. Не пошло как-то у меня с самого начала. А, чуваки квесты пошли делать. По своей СВДХе мы магазин снимаем. И все. И свою СВД прячем. Куда-нибудь вот сюда, например. Теперь прям Хантер. Кстати, да, тоже вариант. Отличное оружие для новичка. Я же даже видос, помните, делал по нему. С Виприм Хантером ходил. Неплохо так тоже. Сейчас магазина. Ой, этих патронов закинем сюда, шушуть. Так, ты чем стреляешь у нас, СНБ? Не понял. Вот парень лагает. Друг, не надо убегать. Бля. Умрешь уставшим, друг. Кстати, машина не от... А, открытая, да? Понял. Значит, люди... Вот, вот, вот. Как я вам и сказал, ребята. Как я вам и сказал. Значит, люди уже там. Сейчас мы их напугаем гранаткой. Потерял его. Там еще один чел был. Где он, бля? О! Что-то народу здесь у вас душновато как-то немного. Это с Садаркой, да, все сходится.
У нас получается 3, 4, 5, 6. Шестеро убито, да? Я считаю, седьмой. Еще где-то 3-4 человека у нас есть на локации. А, вот тут же я еще убивал типа. Вот еще один тип стоит. У меня только стамина кончилась. Еще один чел. Но это Мосинка, как бы. Это вообще левый. Забрался убитого чувака. Я бы не сказал, что супер медленный ДС нормальный. Ну как, для СВД это нормально, прицеливание. А, я убил там чувака, что ли? Слушайте, ну тогда у нас осталось, по-моему, около двоих всего лишь на локации. Монитор у меня 144 Гц. Вон он, походу, идет. Юсековец. Живой там, братец? А, убегает. Да, это он. Готов. Пам-пам-пам. Сколько я убил? 8? Получается, да? И они еще там убили кого-то. Мне кажется, кстати, все, карта закрыта у нас. У нас только челоботы, скорее всего, остались. Сейчас мы со всех жетончики соберем, чтобы в конце посмотреть никнеймы. И пойдем на выход тогда. Ну давай собирать потихоньку. Какой-то чел еще стоял непонятный, блин. Кстати, у меня шапка этого капитана Прайса, видите? Страшно лутать так, конечно. Воу. Понятно. Давай вот так. Ох, у этого тоже оптика хорошая. Забираем, забираем. Так, ребята, спасибо вам за СВДшку. СВДшка, огонь. Когда тебе по страховке вернется, на ней крови будет, блин, заколебаешься ее отмывать. Все, это мы все выкидываем. Чем оружие скидывать? Потому что мы когда убили ребят, они зашли на стрим и попросили их оружие потом скинуть. Им это оружие через сутки вернется. Если я его с собой не унесу, оно им через сутки вернется. Поэтому я вот ну, в кусты скинул и... Небольшая экономия будет у ребят, так скажем. Значит, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Восьмерых типов мы убили. Беспроводная G603, Logitech. Это мне кажется, чел куда-то вот... Да. Один тут ходишь такой красивый.
Ох, 61 патроны. Миллионер какой-то. Кстати, можно, знаете что? Можно забрать его... Ёлки-палки. Я думал, мне показалось. Вы видели, в каком шлеме чел? Кто-то бежит к нам. Вижу. Блять, их двое. Он по трупу стреляет. Он влево пошел крутить, в другую сторону, противоположную. Походу он туда пошел. Где он? Готов. Надо чекнуть, СВД-ха у него или нет. Если СВД-ха, то это 100% он. Ну, вроде... Это самое у него... Комок вроде снайперский у него был. Типа горка. Лесная. Если я не ошибаюсь. Куда крадешься, друг? Кого там боты терроризируют, я все понять не могу. Хит. Не попал. Попал. Так, итого у нас что? 1, 2, 3, 4. 4 минус, да? Правильно? Получается. Ох ты, икска у типа хорошая. И сидят тут, бегают в фастемах такие. Вот, вот с такими пушками бегают. Ну, явно же новички как бы. А, это выстрел. Думал, кто-то там прыгнул. О, 95-е патроны, видишь? Тоже как бы. Чел определенно новичок. Бот прибежал. СВД-ха, кстати. Тоже красивая. Hey, what are you doing? Вряд ли ты знаешь, они еще... Эти красивенько зацените. Так, бам-бам-бам в голову. Блин, он как раз дернулся, я не понял, попал я по нему или не попал. Это его напарник, по факту. Ладно, похер, погнали.
А, он справа, что ли? Бег. Оденем белую повязку. Первый уровень, кстати. Бегает. Бля. Ugh.